конспект надо успеть доделать до завтра. Но если в меня будут кидаться, я точно ничего не успею. Джесс, ты можешь прекратить? Ладно, ладно. Я просто хотела поиграть. Мне скучно. Точно. У меня есть идея, чем можно заняться. Отлично. Значит, я смогу спокойно закончить работу. Ты что творишь? Я же сказала, не мешай мне работать. Ну все. Ты вынуждаешь меня пойти на крайние меры? Эй, Сьюзи, да что мне вообще делать? Теперь ты сможешь делать все, что угодно, потому что я разделяю комнату пополам. У тебя есть своя часть, а у меня своя. И мы не должны мешать друг другу. Я, кажется, знаю, чем я сейчас займусь. Какая зануда. Вот это я понимаю, музыка. Стоп, вы куда? Что тут происходит? Сьюзи, ты что делаешь? Кто все эти люди? Не заходи на мою территорию, мы же договорились. Это рабочие, и они помогут мне приукрасить мою часть. Приукрасить? Зачем тебе столько рабочих? Ты же не дворец собралась строить. Откуда тебе знать? Может, и дворец? Да-да, проходите, пожалуйста. Вау! Дай-ка сюда свой план. Эй, отдай! А ну стоять, ты не можешь переходить черту. Ну и ладно, я уже все закончила. Спасибо, вот оплата, как и договаривались. О, тоже мне план. Сейчас я покажу, как надо превращать комнату в нечто куда более крутое. Да я в два счета сделаю себе классный домик под кроватью. Полный улет. Вот так. И никаких рабочих не надо. Правда, подушки держаться не хотят. Ты что делаешь? Это же была моя идея. Дом под кроватью. Как не стыдно. Воровка. Это изначально не твоя идея. Так что не надо меня обвинять. Все равно мой домик гораздо круче. Блин, я знаю. Джесс, я разрешаю тебе смотреть на меня и завидовать. Мне здесь очень хорошо. Ой, ну и пожалуйста. Я тоже сделаю себе крутое местечко. Надо же, скидки на игрушки? Надо бы посетить этот магазин. А ну, руки прочь! Ничего не трогайте, вы можете только смотреть. Ладно, ладно, я просто смотрю. Никто не посмеет брать мои игрушки, особенно бесплатно. Ничего себе! Да тут и хаги-ваги есть! Руки! Да помню я! Ого! Так здесь есть еще и огромный хаги-ваги! Какой же он классный! Конечно, такого количества денег у меня нет, но думаю, я решу эту проблему, пока охранник не видит. Что произошло? Я чувствую, что что-то не так. Ну что? Приветики, как дела? О, говорящая игрушка, помогите! Мне срочно нужно попасть в мою секретную комнату! Какой ужас! Надеюсь, что здесь меня никто не найдет. А я смогу расслабиться и хорошенько отдохнуть. Привет, утенок. Знал бы ты, что я только что видел. Какой же трусливый охранник. Но я не воровка, так что вот все деньги, которые у меня есть. Надеюсь, здесь хоть на что-то хватит. Сьюзи, трепещи. Теперь у меня тоже есть кое-что, что подстелить под мою кроватку. А это кое-что гораздо круче, чем обычный плед. Это хаги-ваги плед. Да уж, Джесс какая-то странная. Теперь самое время украсить комнату постерами и всякими другими классными штучками, чтобы создать уютную атмосферу. Да,
не помешало. Ха-ха, мой домик выглядит круче, чем твой. Но это ненадолго. Я придумаю способ, как сделать комнату красивее. Что вы тут построили? Папа, можно мне сумку? Нет, мне нужна розовая сумка, а не рюкзак. Все-таки я хочу стать школьницей, а не школьником. Спасибо огромное, ты очень милый. Да уж, красота. Настоящие дворцы понастроили. А это еще кто? Как я его? Хаги-Ваги – это еще и отличная защита от всех посторонних. Добрый день. Я наконец-то принесла сочинение. Не могли бы вы его проверить? Давно пора. Хорошо, что ты взялась за ум. Вы, наверное, голодная? Хотите яблочко? У меня как раз завалялось одно. Я бы не отказалась. Ой, простите, я случайно. В следующий раз дайте в руки. Это мой шанс. Простите, но мне доска нужнее. Я его нашла. Эй, Сьюзи, а ты где? И где моя доска? И как теперь я буду учить детей? Так, главное не переживать. Я знаю один способ, как можно выплеснуть все свои эмоции. Вот тебе, получай. Яблоко, говоришь? Вот тебе за яблоко, а вот тебе за доску. Моника, мощь! Джесс, теперь у меня кое-что гораздо более крутое, чем твои постеры. Я сама могу нарисовать любой постер. Смотри и завидуй. Что? Где ты взяла доску? Да и зачем она тебе? Все равно рисовать ты не умеешь. Я не умею рисовать? Да как ты смеешь? Ух, я тебе сейчас покажу. Что ты... Знаешь, а тебе очень идет. Будто так ты и должна выглядеть. Очень смешно. Из-за тебя придется идти мыться. Все-таки идея с доской была просто гениальной. Что может быть круче, чем огромный рисунок, который всегда можно изменить? Осталось дополнить комнату с помощью разных милых игрушек. Например, вот такой лампой в виде единорога. Лампа? Кому нужна твоя лампа, когда есть целая гирлянда? Смотри и наслаждайся. Да, красота. Ого, это и правда выглядит красиво. Что же мне делать? Мой единорог теперь выглядит жалко. Это точно. Он не идет ни в какое сравнение с моей гирляндой. Что же мне делать? Мне тоже нужно что-то крутое. И кажется, я знаю, где это взять. У меня есть один маленький друг. Я Халк. Злой и страшный Халк. Привет, Квентин. Ты можешь мне помочь? Мне нужен вот тот мишка. Можно я его возьму? Моего Мишутку? Я его обожаю, поэтому нет, нельзя. Ну и в кого ты такой, жадина? А если я дам тебе, например, Нутеллу? Я, конечно, ребенок, но даже я понимаю, что это слишком маленькая баночка. Какой же ты жадный! А если чипсы? Большой Принглс? Чипсы? Да, от чипсов я не откажусь. Но этого мало. Нужно что-нибудь еще. Еще? Ладно, у меня осталось только ведро мороженого. Подойдет? Ого, да. Давай его сюда. Я могу взять медведя? Ладно, только отдай мне мое мороженое. Ура. Спасибо тебе большое, Квентин, я побежала. Что это такое? А где мороженое? Значит, решила меня обмануть. Ну, я тебе покажу, как обманывать Квентина. Мне срочно нужно в домик. Внимание, мои верные помощники. Эта девушка меня обманула. С ней обязательно нужно что-то сделать. Например, подрисовать усы на фото. Вижу, что Пикачу в восторге от этой идеи. Да, я злой гений. Так тебе и надо, обманщица. Фух, видимо, Квентин до сих пор не понял, что я его обманула. Но медведя я все-таки забрала. Наконец-то я смогу сделать себе настоящее небо. Облака, которые будут светиться разными цветами.
зажечь свет. Как же это красиво! Вот это я понимаю, подсветка. Лучше всякой гирлянды. Мне обязательно захочется поесть, так что холодильник с разными вкусняшками не повредит. Холодильник? Точно. Но такого мне будет мало. Кажется, я знаю, где можно найти подходящий. Мам, прости, но я потом обязательно верну. Ничего себе! Куда тебе такой большой? Еды мало не бывает. Что? Этого не может быть. А где же наш холодильник? И где начес? Ничего не понимаю. А куда делись закуски для гостей? Да что же это такое? Куда все пропадает? Ни на минуту отвернуться нельзя. Надеюсь, мне удастся хотя бы тортик спасти. Стоять! Дочка, я так и знала, что это ты! Ух, как же я зла! Ну все, мне срочно нужно в мой домик! Как дела, паучок? Прошу тебя, не отвлекай. Я пришла, чтобы снять стресс. Знал бы ты, как тяжело бывает с этой хулиганкой. Но тут я могу обо всем забыть и просто отдохнуть. Ну вот, совсем другое дело. Мне уже намного лучше. Где ты была? И откуда у тебя торт? Завидуешь мне, да? У тебя-то торта нет. И что ты будешь с ним делать? Пить чай вместе с Хаги-Ваги. Все, не отвлекай. Лучше бы поделилась с подругой. Как же я устала просто лежать. Круто, когда есть телевизор. Можно столько всяких классных штук смотреть. Вот так-то, Джесс. Мне совсем не скучно. Точно. Мне срочно нужен телевизор. Фью. Кажется, я опять проголодался. Пойду возьму что-нибудь подкрепиться. Мне очень нужен телевизор. Надеюсь, папа меня поймет и не будет сильно сердиться. Ой. Привет, дочь. Как дела? Приветики, ты можешь не переживать, я просто увидела, что у тебя телевизор криво висит. Вот уж спасибо. Так, а где телевизор? Вот же маленькая воровка! Посреди дня, да как не стыдно! Мне нужно в мой домик! Дорогой, я принесла тебе попить. Хочешь колы? Ага, кажется, я знаю, где он. Все понятно. Снимает стресс. Ай! Закройте дверь! Да как не стыдно! Ты что сделала? Это же папин телевизор! Да как тебе не стыдно? Мне? Да ты просто мне завидуешь. Теперь я могу смотреть и слушать, что захочу. Так. Нет, это какая-то скукота. А вот это подходит. Какой ужас! Да у меня перепонки лопнут! Что-то я устала. Мне скучно. А вот мне сейчас будет весело. Смотри, что я принесла. Это настоящий танцевальный баттл. Я тебя в два счета сделаю. Смотри и учись. По-моему, ничего особенного. Да я тебя быстро обыграю. Сама смотри и учись. Как же это весело. Да, очень здорово. Мы победили! Поздравляю. Сестренка, нам нужно почаще так развлекаться. Это точно. Предлагаю продолжить. Давай.
Думаю, стоит начать с кое-чего зажигательного. Табаско – то, что нужно. Вкус – огонь. Мне стало жарко. Налью побольше соуса. Готово. Осталось поставить это на место. Не представляю, что там, и боюсь проверять первый. Тогда пусть удача решит, кто начинает. Ничья. Я выиграла. Ура. Вот проклятие, не ожидала такого исхода. Ладно, я с этим справлюсь. Там какая-то чаша. Сейчас узнаю, что внутри. Соус. Это не так страшно. Ой, кажется, мой палец начинает гореть. Нужно срочно его потушить. По-моему, не стоило засовывать его в рот. Ты права, Лили. Это было плохой идеей. Я все здесь спалю! Попробую заткнуть рот. Мне стало намного легче. Я не хочу испытывать это на себе. Ты должна засунуть руку в коробку. Это непросто. Она дрожит. Похоже, я сделала что-то не то. Откуда этот дым? Коробка горит. Скорее туши ее. Все из-за того, что я перевернула соус. Ой. Смотри, какая огромная дыра образовалась в столе. Внизу кто-то есть. Упс, кажется, мы им помешали. Сделаем вид, будто ничего не произошло. Это не мы. Упс. Огромный таракан. Он мне совсем не нравится. Скорее иди к своим друзьям. Кажется, внутри кто-то шипит. Тебе не кажется, так и есть. А что, если это змея? Нам нужно взять себя в руки. Предлагаю начать тебе. Лучше я уступлю тебе. Признайся, ты просто трусишь. Конечно, нет. Смотри, как легко я это сделаю. Отлично. Я само внимание. Пока ничего. Снова пусто, странно. Очевидно, в коробке ничего нет. Да, она пустая. Отлично. Осталось в этом убедиться, и можно заканчивать. Я что-то нащупала. О, нет, оно меня трогает. Таракан! Какой кошмар! Он заполз под одежду. Нужно срочно его поймать. Эмма, это похоже на странные танцы. Давай я тебе подыграю. А дальше сама. Лучше помоги мне. Зачем? Ведь это так весело. Все, кажется, я от него избавилась. О, нет, он снова тут. Где? Пожалуй, я прилягу. У бедняжки шок. Хорошо, что со мной все в порядке. Это очень похоже на чашу с червяками. Но это всего лишь лакричный мармелад. Неплохо. Надеюсь, Эмми и Лили понравится. После всего, что было, мне не страшно. Давай выдохнем и соберемся. Я готова начать. Лучше поскорее с этим покончить. Чувствую чашу. А это...
Очень похоже на червяка. Да тут их целая куча. Червяки? Какая гадость! Не вытирай руку об меня! Не надо! Твоя очередь. Надеюсь, я справлюсь. Ты была права, тут очень много червей. О, как страшно! Выбрось это! Эмма, по-моему, мы поторопились с выводами. Это не похоже на червяков. Пахнет неплохо. Вкуснятина! Очень вкусно! Странно, куда делась Эмма? Я тут. Зачем ты ешь червей? Это не то, что ты подумала. Все нормально. Попробуй сама. Убери это от меня, убери! Она такая странная.